Весенне-летний период – время активизации клещей. Сейчас главное – соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и четвероногого любимца. Врач-ветеринар Руслан Ужов с большим опытом не первый год спасает питомцев от различных заболеваний. Также помогает беспризорным животным. Рассказал химчанам о важности вакцинации против клещей и как лечить паразитов у собак и кошек. Однократная обработка, вы дали раз в год капли, таблетки, суспензии, это вас не спасает. То есть хотя бы раз в квартал обязательно нужно проводить гигиенизацию домашних животных по развесовке. Обсудили с специалистом и повседневные вопросы, которыми задаются любители четвероногих друзей. Например, чем правильно кормить питомцев. Как оказалось, кошки будут не против сырого мяса и курицы. В их организме вырабатываются особые ферменты, они способны переварить эту пищу. А вот собакам такие блюда категорически запрещены. Их желудок привык к обработанной пище. Здесь лучше специальный корм или отварное мясо. Узнать полезную для себя информацию, посетить встречу можете и вы. Подробная афиша на сайте администрации.